Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лурлимор, и добро пожаловать на рубрику «Крутые сценарии Space Engineers». Сегодня у нас крутотенечка и замечательные сценарии, которые буквально недавно сделал инженер под названием Mighty, точнее под ником. И, как вы видите, я тут разлегся на кушеточке, так удобненько, но тем не менее мне придется вставать и идти вперед, потому что дорога приключений нас как бы зовет. Такая вот крутая кроватка, реально, можно было бы отоспаться, но не то время, как говорится. И данный сценарий, он так и называется, кастомный сценарий, и он замечательный, я так считаю, потому что я немного в него успел поиграть, ну совсем чуть-чуть, чтобы... Если честно, ну и ладно, что, признаюсь, у меня что-то не вышло пройти из первого раза, и решил я записать уже второй раз, как бы я сглупил. Ну, как мы видим, в этом, дорогие друзья, сценарии, над этим сценарием работал 5 месяцев, человек работал 5 месяцев, свыше 200 часов, и поэтому давайте ему поаплодируем, это просто классно. Ну, а я нахожусь в начальной комнате, где у нас тут автомат Pac-Man и бильярдный стол Space Engineers, так вот крутенько все сделано. К огромному сожалению, я выключил тени и поставил текстуры на средние настройки, потому что, ну, как вы знаете, у меня слабая машина, уж извиняйте. Я никак иначе не могу. Так, что у нас тут интересного? У нас тут такая вот дисплей, где написано I should grab a gun from the weapon rack. Ammo is contained below. Tools are located in the shelf to leave to a ladder. Use A or D. Короче, здесь где-то есть оружие, которое мы должны взять. Ну, давайте возьмем несколько штук. Здесь у нас патроны. Собственно говоря, большая ошибка, которую я в прошлый раз не взял патроны, и потом мне было очень плохо. Так, здесь мы уже все обчистили. Брать очень много оружия не имеет смысла, оно первого уровня. Ну что ж, давайте возьмем вот этот Personal Shield Generator. Это классная штука, ребята. У вас собственное энергетическое поле. Так, что? Нам что-то говорит женским голосом, но, к сожалению, слишком тихо, я не расслышу. Давайте прибавим звук. About the self-destruction mechanism, but maybe that's just a rumor that serves as a deterrent. No worries. In the back part of the train. Дорогие друзья, к сожалению, я не совсем понял, что там говорит закадровый голос, но он явно рассказывает историю. Так, ну что мы видим? Здесь кокпит, в который, к сожалению, мы сесть пока не можем. А данная кнопка характеризовывала голосовую запись. У нас тут открывается дверца такая. И это хорошо. Мы идем дальше. Опа. Мы проникли вот в такую вот интересную комнату. I should push the button when I'm ready. То есть я бы нажал на кнопку, когда был бы готов. Так, что у нас тут такое? У нас тут интересная такая капсула. Судя по всему, с парашютами, да, наверное. Давайте посмотрим. Да, парашютами. Мы явно куда-то будем приземляться. Давайте-ка мы нажмем на эту кнопку, потому что мы уже морально готовы к тому, чтобы сделать следующий шаг. Голос нам говорит, что нам надо сесть сюда. И нас сейчас что-то будет ожидать. О, как все потемнело-то. Ух. Да, конечно, с тенями я понимаю, все было бы хорошо, но... Так... Что-то все красное и настораживает. Текс, ну-ка. Как интересно. Mighty представляет. Да уж. И мы куда-то слетели, собственно говоря, с орбиты. Вот он наш корабль был. Крутой такой корабль. Наверное. В эксклюзивный продакшн.
Так. Мы сейчас куда-то опускаемся. Судя по всему тому, что говорил голос там, мы спускаемся на некий поезд. Ну, он так говорил. Мне аж любопытно. На какой такой поезд мы приземлимся? Что нас ожидает впереди? Такс. У. Мне нравятся эти титры. Pirates. И, дорогие друзья, тут у нас уникальная музыка, вставленная в сценарий. О, кажется, я вижу тот поезд, в который мы должны сесть. Так. Я надеюсь, звук не слишком громкий. Музычку немножко уберем. Так, скоро мы сядем. Что же нас ожидает-то впереди? Вот он, поезд. Это ж как это сделано, дорогие друзья? Упс. Все, мы на поезде, друзья. Вот парашюты раскрылись. В принципе, все круто. И, я так понимаю, нам надо двигаться дальше. Так. Двигаться дальше, хорошо. Ай. Блин. Тут у нас лазерные двери, которые нас дальше не пустят. Так, в таком случае нам надо идти, наверное, сюда, вниз. Ну да, интуитивно понятно. Ауч. Так, жесткая посадка. Давайте-ка подхилимся немножко. Я не могу одно только понять. Это тренировка для пирата или мы против пиратов сражаемся? Так, что у нас тут? Ух ты ж, у нас тут столько всего. Давайте возьмем все, что только можно. И я так понимаю, мне надо сейчас взять оружие. Потому что... Так, у нас только такая винтовка, самая простая. Ну что ж, тогда вперед. И я так понимаю, нам надо снести вот эти турели. Отлично, один готов. Второй готов. Вот все. Круто. Так. Что-то мне сообщает женский голос АИ. Так, с первую часть мы прошли. Я так понимаю. Давайте попробуем сначала сойти сюда. Ой-ой-ой. Так, чуть не упал. Сейчас мы сойдем адекватно. Вот. Там мы приземлились, собственно говоря. Дверь нас не пускала, но сейчас мы прошли эту часть. И что нас ждет дальше? Дальше на следующий вагон нас ведет. Какой пейзажик. Симпатяшный. Так. Отлично, мы сошли. Дальше нас опять что-то ждет. И мы на этот раз должны опять взять щитов как можно больше. Блин, мы не можем взять пока патроны. Но это оружие, оно обычное, первое. Поэтому даже не будем трогать, потому что мы вроде бы живые, с нами все пока хорошо. Так, идемте дальше. Что нас тут ожидает? Что у нас тут? Контейнеры. Я так понимаю, нам придется что-то варить. Что это такое? Вижу нечто незнакомое. Так, если нам придется что-то варить, то я возьму, пожалуй, сварщик в руки.
Так, не хватает компьютеров. Так, поезд накреняется, что-то происходит. Так, ладно, идемте дальше. Опа. Так, я не понял. Хм. По-моему, у нас, дорогие друзья, первый баг. А, так это... Я понял, что это было. Черт. Черт, кажется, мы... Ой, прошляпили кое-что. Нам нужно было бы... По-хорошему. О! Да, нам всего лишь нужно было проварить одну штуку. Так, отлично, у нас есть компьютеры. Все, я теперь понял, в чем тут дело. А провари одно, потом откроется другое. О, нажимаем на кнопочку и разблокировываем дверь. Классно. Теперь нам надо идти дальше. Ух ты ж. Круто. Так. Так. Ну-ка, лиц. Так, прыжки. Опа, фух, удалось. Ну-ка, теперь дальше. О, прошли мы эту часть. Поезд еще долгий, поэтому, так понимаю, нам хватит. Давайте по-человечески спустимся, прыгать не будем. Икс. Ну-ка, 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 что нас тут ожидает? Очередная дверь. О, разблокировали. Ага. Складские помещения, я так понимаю. О, сколько у нас тут ящичков. Так. Вот единственное плохо, что в сценариях и в модах они не всегда приспособлены для совместной работы, даже в сценариях. Так, упс, аккуратнее. Главное не вылететь обратно. Так. Я надеюсь, что мы взяли, в принципе, все. Тогда попробуем так прыгнуть. Опа. Фух, получилось. Так, тут у нас стрелка показывает сюда. Что, здесь что-то есть? Доступ запрещен. Так, лесенка нам указывает сюда. А. Попробуем пойти этим путем. И возьмем на всякий случай автомат. Тикс. Хм. Да, я так понял, нам понадобится попаркурить тут. Ну ничего, сейчас мы найдем выход наверх. Что это такое? Непонятные иероглифы. Так. Ладно. Попробуем с этого начать. Нам надо добраться куда-то наверх. Туда мы так не можем попасть. Тут показывает стрелка вниз. Что бы это значило? Ну, допустим, мы поднялись сюда. Нет. Оттуда нам пути нет. Но зато... Надо сообразить. Так, все, я понял, в чем тут дело. Надо теперь прыгнуть сюда. Потом, наверное. Принц в Персии! Так, классно. А, я понял вас. Дальше надо двигаться сюда. Икс. И снова. Принц Персии. Хотя не так сильно. Не так уж сильные принцы в Персии. Так.
Теперь надо быть аккуратным. Фух, получилось. Ура, получилось, дорогие друзья. Хм. Я так думаю, туда надо будет прыгать. Давайте посмотрим. Ух ты, здесь мосты есть. И железнодорожная линия построена таким образом. Любопытным. Интересно, что в этом контейнере? Или вообще туда можно попасть? Вот туда я не буду идти, потому что там лазерная дверь. Давайте попробуем прыгнуть просто вперед. Разбежались. Ох, фух, получилось. Что было? Веточка в воздухе. Вагонерс. Space Вагонерс. Так, отлично. Нет, в такой лагучей игре сделать нечто подобное, это, наверное, это можно сказать, что достойно Оскара. Так, куда мы на этот раз попали? Хм, обесточено. Так, понимаем, мы должны сейчас снабдить электричеством. Так, что у нас тут? Доступ запрещен. Сюда? Сюда невозможно. Да, нам надо идти вниз. Это очевидно. Так. Ну-ка. Ух ты ж. Проходим. Update. You have 10 minutes left. Так, я что-то думаю, что это на время, да? Как бы... Черт, что-то на время меня не устраивает. Это сгорит. Фу. Да, жаль, что я не могу добраться до... Пока что до патронов. Так, что у нас тут? Мы же якобы должны были подать электричество. Так. Так. Забрали оттуда. Или я понял, что мы не электричество должны были подать. Раз там были компоненты, значит мы должны починить что-то. Так. Починить, да. Очевидно, что починить... Видимо, мы должны починить вот это. Вот так вот. Да, ребят. Класс. Живем дальше. Ух. Как нифиг делать. Что у нас дальше? Я надеюсь, здесь будут патроны. Да, ура. Все, живем. Еще что-то надо починить. Надеюсь, это. Нет, тут недостаточно, чтобы это починить. О! Так. У меня шлем закрыт, да. Так. Теперь нам не придется тратить кислород, это как-то глупо. Так, мы что, уже в каких-то пещерах? Такс. Тут лесенка наверх идет. Вот черт. Что это не так с этой турелью? Может, мне надо... Я не могу ей управлять. Ладно. Черт. Надо не падать.
О. Remote control roof turret. О! Я вас понял. Вот что я должен был сделать. Ну, как нефиг делать. Идемте дальше. Так. Готово. Теперь надо идти дальше. Опять надо чинить тебя. Да, блин, надо чинить. Или отсюда идти. Когда есть обходной путь, надо им пользоваться обязательно. Так. Какой-то поезд длинный получился. Неудивительно, что это 5 месяцев заняло. Текс. Ну-ка. Не хватает компонентов. Зато тут все есть, как говорится. Все. Набрались энергии. Идемте дальше. Так, отсюда что, нету дороги? Куда она ведет? Назад, что ли? А мне нужно вперед. Вперед нельзя, походу, нет. Так, ладно. Да, там была кнопка. Прикольно выглядит, когда ты бежишь по ездящему поезду назад. Так, починим эту дверь. Блин, походу нет, не хватило ресурсов, либо я не должен был чинить медпункт. Ух. Так. Окей. Попробуем иначе поступить. Здесь точно ничего не осталось? Нет. Вау. Вот надо забирать. Ну, попробуем в таком случае пойти сюда, потому что сюда мы не шли. Даже вниз. О, вот они эти частички. Комплектующие, да. Так. Видишь, как все тут хитро продумано-то. Скорость туннеля мы видим. Блин. Это окно. Так. О, Лу, что ты творишь? Вернись обратно. Это не по сценарию. Так, ладно. Сейчас мы попытаемся добежать туда. Теперь точно должно получиться. Отлично. Все, идемте дальше. Так, еще раз будет Принц оф Персия. Чё, меня кто-то стукнул? Да чтоб вас. Так-то.
Круто. Теперь дальше. Че это такое? О, тут кнопочные панели. Тут какая-то игра. Ну что ж, я так понимаю, мы должны были сделать так, чтобы все лазеры выключились. Я не удивлюсь, если... Блин. Нет, нам надо все сделать, чтобы выключилось. Так, окей, сейчас разберемся. Включает это. Так. Это отвечает за это. Включает это. О, это отключает это. Все, по-моему, мы выключили все. Да, все лазеры выключены. Теперь быстренько двигаемся вперед. Так. Получилось, здесь ничего нет? Ничего. Нет, мы это не починим так просто. Ух, нам надо туда добраться наверх, походу. Как бы это сделать? Ой-ой-ой. Нам сюда попадать нельзя. Аккуратнее надо быть. О, вот она, лесенка. Они компоненты, необходимые для нас. Так, ай, больно, черт. Путь открыт отсюда. Упс. Под поездом. А, это те самые печально известные мне пути железнодорожные, которыми я баловался раньше. И у меня закрашился мир. Хотя я не знаю, может, это на нить не закрашилось. Кто их знает. Так. Ну-ка, открывайся до конца. Ну уже, блин. Опа. Получилось. Так, здесь никаких кнопочек нет. Опять надо откуда-то брать детали, да? Так, что же на этот раз нам подготовили-то, а? Все очень просто. Надо быть просто... Опаньки! Ха-ха-ха! Опаньки! Вот что нам подготовили. И опять отсюда чеши давай. Ух ты, какой вид! Не, конечно, это круто. Так как такую штучку поиграть... Так вот. Фу, кажется, мы добрались. Двери вниз головой. Ну-ка. Да, мы практически добрались до основного состава. О, боже. Так.
Так-то лучше. Что-то я вспоминаю портал. Там тоже такие турели были. Так, вот тут нужно быть аккуратнее. Мне нужно наверх? Нет, мне нужно вниз. Упс. О! Круто. Упс. Надо сбоку заходить. Так, что тут написано? I should save as short name. Так, сохранить. Окей, давай сохраним. На всякий случай. Так. Золото. Ребят, кажется, мы прошли. Так, доступ сюда нам запрещен. Обратно мы уже не вернемся. У нас пути куда-то ведут. Давайте. Так, что, самоуничтожение? Self-destructed? Черт. Уходим отсюда, уходим, уходим. Стрелочка показывает вперед. Так. Надо спешить. Опа. Черт. Чуть до добра это не довело. Быстрее, быстрее. Оп, оп. Так. Ясненько. Тот самый случай, когда золото охраняется. Сколько же вагонов-то я прошел? Эффектненько. Короче, валим, валим отсюда. Все к чертям рушится. Ай. Яй-яй. Там стрелочка. Может, нам сюда? Или не сюда. А хотя куда еще нам тут наверху-то делать? Ничего. Опс. О, да. Вот оно. О. Press one to launch. Упс. Ух. Кажется, мы спаслись, ребята. Ух ты. Как вы видите, поезд взорвался. Я буду посмотреть, что там творится. Пипец. Колбаска.
такой вот сценарий, дорогие друзья. Интересный очень. Советую вам пройти. И великолепно на самом деле. Надо где-нибудь сесть. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Такой интересный сценарий под названием... Опа! Под названием... О, титры-то, вот они как идут. Под названием «Пираты». Я так понимаю, это любопытный сценарий, посвященный тому, как тренируются пираты. Вот. И по этой самой причине... Ставим лайки, если вы хотите видеть побольше таких интересных сценариев, дорогие друзья. С вами был Лур Лемур. До скорых встреч. И всем пока-пока.